История галереи «Наши художники» началась задолго до открытия выставочного помещения. После двух успешных выставок на территории Третьяковки шедевры русской живописи решено было показывать в собственной галерее. И не просто галереи, галереи музейного типа, оснащенной не только материальной, но и информационной базой. Сегодня галерея «Наши художники» – успешное коммерческое предприятие, которое пользуется интересом посетителей. Интерес к галерее вызван не только наличием большого количества раритетных работ из частных коллекций и известных музеев, но и наличием познавательных экскурсий. Музейно-галерейная стратегия полностью окупается. Галерея «Наши художники» в 2004 году открылась в собственном трехэтажном здании музейного типа на Рублево-Успенском шоссе в Барках. Вот. И совсем недавно мы переехали сюда, на Сеченовский переулок, дом 2, поближе к центру. Вот оба здания галереи были спроектированы Евгением Массом, известным московским архитектором. Вот он создавал эти площади специально для того, чтобы работала выставочная галерея. Такая не всегда простая задача, потому что есть некоторая специфика. Вот. Основная сфера деятельности галереи и сфера интересов – это искусство первой половины XX века, в частности, искусство художников русской эмиграции, преимущественно первой волны, такие как Зинаида Серебрякова, тот же Александр Бенуа, выставка которого у нас сейчас в залах, Тархов, Маревна, Анненков, Гончарова, Ларионов, другие художники. Вот мы занимаемся тем, что показываем выставки или персональные этих художников, или коллективные. Также иногда мы показываем и вот показали и сделали две выставки художников-шестидесятников, в частности Василия Ситникова и Александра Харитонова. И как раз выставка Александра Харитонова в прошлом году мы завершили работу в Барках и переехали сюда. Выставка Александра Бенуа, вторая в этом здании. Перед этим была выставка Бакста. Кто не знает имя Александра Бенуа? Страстного критика и знатока искусства, историка и музейного работника, постановщика и либретиста, редактора журнала и автора статей и монографий легендарных воспоминаний. В многочисленном перечне профессий меркнет главный дар этого удивительного человека – талант художника. Выставка галереи «Наши художники» под названием «100 работ Александра Бенуа» призвана исправить эту явную несправедливость. Любой посетитель галереи может по достоинству оценить именно Бенуа художника. На это косвенно намекает даже количественное соотношение картин и экспонатов, которые относятся к прочим сферам деятельности Александра Бенуа. На выставке 100 работ Александра Бенуа представлены произведения из частных коллекций Москвы, Петербурга, Лондона. То есть выставка собрана силами частных коллекционеров. Кроме всего прочего, мы представляем дневники Александра Николаевича, которые относятся к периоду с 1925 года по 1950 год. Как известно, он находился в эмиграции с 1926 года, поэтому это уникальный материал для русской культуры. Эти дневники долгое время считались утерянными, и их еще предстоит расшифровать, потому что часть дневников написана на русском языке, часть на французском. Единственная крупная персональная выставка художника на родине, приуроченная к столетию со дня его рождения, состоялась в Третьяковской галерее более 40 лет назад. Галерее «Наши художники» была поставлена амбициозная цель – заново открыть для современной российской публики имя блестящего русского художника Александра Бенуа. Кстати, официального художественного образования Бенуа так и не получил. Он бросил учебу в Академии художеств, посчитав ее рутинной, и технику акварели великолепно освоил самостоятельно. Александр Николаевич Бенуа родился в Петербурге в 1870 году, 21 апреля, в семье, богатой артистическими талантами. Его отец Николай Леонтьевич Бенуа был архитектором высочайшего двора, профессором, академиком архитектуры, получившим за свои заслуги дворянское звание. И Александр Николаевич был дворянином во втором поколении.
Он был младшим из 9 детей, и в семье также было 2 талантливых архитекторов, это Николай и Альберт. Альберт также учил Александра Николаевича и акварелировать. Нужно сказать, что и отец Николай Леонтьевич был талантливым акварелистом, и в семье было принято акварелировать, и этому занятию предавались все члены этой семьи от мала до велика. Будучи ребенком, Александр Николаевич посещал частный детский сад «Киндергартен», где преподавал уроки рисования известный передвижник Кирилл Викентьевич Лемах. Впоследствии Бенуа поступил на юридический факультет Санкт-Петербургского университета и, окончив в возрасте 24 лет, женился на Анне Карловне Кинт. От этого брака появилось 3 детей. Все 3 детей были художественно одарены. Старшая Анна, Елена и Николай также занимались изящными искусствами. Наследие Александра Бенуа художника огромно. 100 работ в названии выставки – совершенно условная цифра. Ей отведена роль ограничителя. Представленная 100 картин, согласно концепции организаторов выставки, расположена вовсе не в хронологическом порядке. Каждый из 4 залов галереи посвящен определенной теме в творчестве художника. Сегодня мы совершим путешествие по всем этим залам и начнем с одной из главных тем в творчестве Бенуа. Она отражена в так называемом «Зале Версаля». На выставке также представлена одна из ранних версальских работ художника. Она датируется 1897 годом и имеет мемориальную надпись в правом нижнем углу. Александр Николаевич написал, что эта работа создана по воспоминаниям о первом приезде в Версаль в 1896 году. Действительно, она имеет такой законченный характер, и видно, что работа создана в мастерской по воспоминаниям. Среди прочих работ представлены также ряд вещей, созданных в 1905 и 1906 году. Дело в том, что Александр Николаевич провел осень и зиму в 1905 году в Версале, снимая мастерскую на одной из улиц Версаля. И ему, как художнику, было очень важно запечатлеть различные состояния природы и состояния, которые меняются в течение дня. И он иногда выходил на этюды 3-4 раза в день. И здесь представлен также очень редкий зимний вид Версаля, который в свое время был воспроизведен в журнале «Золотое руно». Как известно, Александр Николаевич писал Версаль более 60 лет, поэтому версальское наследие Бенуа огромно. На этой стене мы видим 8 акварелей из одного альбома с видами Версаля. Этот альбом Бенуа в 1946 году традиционно преподнес своей супруге в качестве подарка. Очень часто Александр Николаевич предварял альбомы неким посланием. Очень хочется прочесть обращение к Анне Карловне. В этом 6-м альбоме, который я подношу тебе, моя горячо любимая Акицен, я как будто отошел от той системы, которая объединяет первые 5. Он посвящен не сокровищам нашей Родины, но изображает виды Версаля. Однако этот альбом служит необходимым звеном во всей серии, ибо ведь до нашего знакомства с резиденцией Короля Солнца, и тогда еще, когда мы могли наслаждаться одними красотами 18 века в Петергофе, Ораниенбауме и Царском селе, нам всем, как недосягаемый идеал, мерещился Версаль. Да и после того, как мы сами его познали, он оказался для нас тем местом, в котором мы как-то особенно остро ощущали нашу связь с прошлым, а также особенно полное воплощение наших художественных и поэтических вожделений. Да послужит же те лики Версаля, которые ты найдешь на последующих листах, хотя бы слабым напоминанием о тех чудесных минутах, которые мы вместе переживали в этом волшебном мире. Гуляя мысленно в тени его густолиственных баскетов, любуясь дивными изваяниями божеств и отражением небес в мраморных водоемах, думай о том, кто был твоим верным товарищем и другом со самых детских лет.
Твой тебя уважающий и благодарный муж Александр Бенуа. Во время работы над «Версальскими сериями» Бенуа вдохновлялся чтением мемуаров о жизни Людовика XIV. Но благодаря этой интеллектуальной подпитке на свет появлялись не только пейзажи Версаля. Так была написана полушутливая работа под названием «Представление султанши», на которой изображена фаворитка короля. Эта картина считается одной из наиболее ярких в творчестве Бенуа. Она находится в зале, где собраны выдающиеся работы художника. Одной из примечательных работ, представленных на выставке, является наводнение в Петербурге в 1724 году. Эта работа датируется 1929 годом, она создана уже в период эмиграции, и, собственно, эта работа долгое время находилась в кабинете Александра Николаевича. Есть ряд фотографий, где он запечатлен на фоне этой работы. Это одно из самых страшных стихийных бедствий, которое постигло Петербург и которое так примечательно отобразил Александр Сергеевич Пушкин в поэме «Медный всадник». Эта работа является станковой версией одной из самых удачных иллюстраций Александра Николаевича к поэме Александра Сергеевича Пушкина «Медный всадник». Дело в том, что сама работа экспонировалась на выставке, которую устроил Сергей Лефарь в 1937 году. Выставка носила название «Пушкин и его эпоха». И на обороте этой работы есть мемориальная надпись. Эта работа была подарена художником Сергею Лефарю в знак признательности и заслуг Сергея Лефаря в организации этой выставки. Работа была подарена в 1952 году. Одна из работ эмигрантского периода Бенуа была написана во время Великой Отечественной войны. Когда художник узнал, что Петергоф бомбят немцы, он по старым эскизам, фотографиям и отчасти по памяти написал эту картину, а впоследствии и целую серию работ, посвященных Петергофу. Также на выставке представлена работа, которая датируется 1945 годом и носит ретроспективный характер. Это Большой театр в Санкт-Петербурге около 1885 года. Этот театр находился раньше напротив Мариинского театра на Театральной площади, и он стал разбираться уже в 1886 году. Была создана специальная комиссия, состоящая из ряда ведущих архитекторов, возглавляемая отцом Александра Николаевича, Николаем Леонтьевичем Бенуа, которая постановила, что театр более непригоден для осуществления постановок. И театр стали разбирать. И часть здания вошла в новое здание, и на этом месте ныне находится Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Римского-Корсакова. По признанию художника, этот театр являлся им наиболее любимым, поскольку они жили неподалеку от Мариинского и Большого каменного театра, буквально в 2-3 минутах ходьбы на Никольской улице, дом 15. И в семье было принято достаточно часто посещать театр, иногда до 9 раз в неделю, то есть и утренние, и вечерние спектакли. И по признаниям художника, этот театр был наиболее им любим, и несмотря на то, что Мариинский театр был построен дедом Александра Николаевича, Альбертом Катариновичем Кавасом, известнейшим архитектором XIX века. Александр Николаевич Бенуа как художник прославился благодаря своим акварелям. Однако он был экспериментатором по натуре. В творчестве Бенуа был недолгий период, когда он, по собственному признанию, пытался заделаться маслянистом. От периода масляной живописи в его наследии остались прекрасные работы. Как, например, эта картина под названием «В парке у фонтана». Оригинальная акварель «Пылкий казак и дама его сердца» была написана в 1904 году. И нужно сказать, что серия состоит из 12 акварелей, и эти акварели были в свое время репродуцированы на открытках, открытых письмах общины Святой Евгении.
и изданы этим издательством, в виде литографированных открытых художественных писем. Примечательно передана обстановка городской прогулки, и у ног влюбленной пары как раз очень остроумно помещен маленький амурчик из так называемой китайской мелочи, и венчает эту композицию очаровательная гирлянда из роз, как раз напоминающая его некие виньетки мироискуснического толка. Кстати, Александр Николаевич собирал коллекцию русской народной игрушки. Свое собрание он в 20-е годы передал в дар Русскому музею. Ну а на выставке 100 работ Александра Бенуа в галерее «Наши художники» тоже представлена коллекция русской игрушки в качестве антуража в так называемом театральном зале. На выставке также представлен ряд театральных эскизов Александра Николаевича Бенуа. И среди прочих хочется отметить два эскиза. Они относятся к его периоду работы в Мариинском театре. В частности, один из эскизов к постановке «Павильон Армиды», того самого балета, который был впоследствии перенесен на сцену театра Шатле, и, собственно, того балета, с которого и начались триумфы русских сезонов Сергея Павловича Дягилева. Известно, что существует две редакции этого балета. Редакция для Мариинского театра и редакция для Парижского театра Шатле. Либретто балета написано самим Александром Николаевичем Бенуа, причем существует 7 редакций этого либретто, и они хранятся в Русском музее. Здесь представлен костюм турецкого волшебника и эскиз декорации к балету Николая Николаевича Черепнина «Павильон Армиды», в частности, первая картина этого балета, состоящего из 3 картин. Работая над театральными, балетными и оперными постановками, Александр Николаевич читал книги по истории, литературе, искусству. Все его постановки отличались правдоподобностью декораций и костюмов и в то же время особой оригинальностью. Самой известной и удачной постановкой Бенуа стал балет «Петрушка». Даже сам композитор Стравинский назвал его полноправным создателем этого балета. На выставке также представлены 5 эскизов из знаменитой азбуки в картинах Александра Бенуа. Эта книга вышла в свет в середине 1905 года в издательстве «Экспедиция заготовления государственных бумаг». И это одна из интереснейших художественных азбук своей эпохи. И здесь представлено 5 эскизов из этой азбуки, венчает экспозиция буква «А» – «Араб». Этот образ араба действительно был впервые найден Александром Николаевичем именно для книги и впоследствии перешел уже в балет «Петрушка». Известно, что большая папка поисковых эскизов к азбуке хранится в Русском музее, и то, чем владеют коллекционеры, является величайшей редкостью. Это эскизы, как выполненные пером, тушью, и есть эскиз, выполненный карандашом и пером, тушью, в которых очень живо и остроумно переданы заглавные буквы азбуки. Причем известно, что весь вербальный и визуальный ряд был найден Александром Николаевичем достаточно короткое время, то есть около 1,5-2 лет он работал над созданием этой азбуки. Многие книги, проиллюстрированные Бенуа, вошли в золотой фонд книжной иллюстрации 20 века. Это, например, пушкинские произведения «Медный всадник» и «Пиковая дама». Находясь в эмиграции, Александр Николаевич иллюстрировал ряд книг. Некоторые из них вышли в печать, некоторые нет. В частности, он проиллюстрировал поэму Александра Попова, посвященную Григорию Орлову. И оригинал иллюстрации представлен на выставке. Изображена некая зала, в которой
в несколько театрализованном виде представлен выход некой дамы, на которой надет весьма любопытный головной убор, он полосатый, и плечи этой дамы достаточно широкие. Эта дама густо нарумянина и очень изящно держит платье. И выход ее сопровождается таким очень изящным пританцовыванием. И если приглядеться, внимательно рассмотреть работу, то можно понять, что это, собственно, выход самого Григория Орлова, переодетого в женское платье, за которым следует вереница ряженых дам, но уже в костюмах других эпох. В последнем зале галереи «Наши художники» находятся работы Бенуа, связанные с путешествиями. Путешествовал Александр Николаевич много, и в обязательную программу каждой поездки входила работа на пленэре. Ряд работ в этом зале представляет собой эскизы, привезенные из разных стран, городов и деревень. Другие работы носят законченный характер. На выставке также представлена одна из наиболее ранних работ Александра Николаевича. Это дача в Мартышкино, датируемая 1895-96 годом. Дело в том, что он 2 лета подряд вместе с семьей отдыхал на территории этого дачного места под Петербургом и зарисовывал эти живописные места. И, к сожалению, пейзажи этого периода сохранились не в очень большом количестве. Вот также весьма любопытен пейзаж 1917 года. Это улица в деревне Кочино, Новгородская губерния. Тоже является достаточно редким видом. И, собственно, работа, где изображена русская деревня. В этой работе маэстро художника проявляется очень органично. Дело в том, что Александр Николаевич славился тем, что блестяще владел акварельной живописью, акварельной техникой. И здесь очень органично слито сочетание акварели с работой углем, с добавлением белил. В 1914 году Александр Николаевич был удостоен звания академика, но отказался от этого почетного наименования. Бенуа считал, что достоинство художника несовместимо с какими-либо званиями. Однако его по праву можно считать академиком акварельной живописи. Находясь в эмиграции, Александр Николаевич продолжал писать пейзажи, продолжал путешествовать, участвовал в ряде выставок, в том числе прошла персональная выставка его работ в Лувре. На ней было представлено порядка 40 акварелей. И до последних минут жизни за ним ухаживала его старшая дочь Анна, вышедшая замуж за художника Юрия Черкесова. Похоронен Александр Николаевич в Париже на кладбище Патиньоль, на том же самом кладбище, где похоронен его друг Леон Бакст и где был похоронен Федор Шаляпин, друживший с рядом художников мира искусства. После смерти Александра Николаевича о нем вспоминали не только в Европе и Америке, но и в Советском Союзе. Блудный сын Бенуа стараниями советских журналистов вернулся в пантеон русской культуры. Благодаря дочери художника часть наследия Бенуа была передана в дар различным советским учреждениям. Однако многое было утрачено и распродано. Работы Бенуа оказались в частных коллекциях. 100 из них впервые за много лет были собраны вместе благодаря галерее «Наши художники».